Всем привет! С вами Алексей, и в этом видео я расскажу вам, с чего все началось. Как и когда я начал снимать видео вообще и для своего канала на YouTube. Итак, это был далекий 1995 год. Еще не было интернета и YouTube, да и компьютеров тоже дома ни у кого не было. По телевизору крутили рекламу какой-то видеокамеры, и мне захотелось ее иметь. Весь 1995 год я упрашивал своих родителей, чтобы они мне ее купили. Это было тяжелое время у нас во Владивостоке. Мне так кажется, ее купить было невозможно. Мы заказывали ее в Москве. Вернее, нам ее привезли с Москвы, видеокамеру. Это была видеокамера Samsung 8 мм. Вот эта камера. И я начал снимать. Снимал я домашнее видео. Не умел этого делать, ничего не знал о операторском мастерстве. Негде было учиться, не было учителей. Итак, шли годы, менялись технологии, и примерно в 2010 году я купил себе новую видеокамеру и продолжал снимать домашнее видео. Почему я начал снимать видео на YouTube для своего канала? Я расскажу. Было так. Часто бывая на разных городских мероприятиях, я гулял, слушал, смотрел концерт. И после того, после концерта, после мероприятия, придя домой, мне хотелось посмотреть, так скажем, видео или передачу про это событие, ну, полностью. Но, к сожалению, наши местные каналы показывали только репортажное видео. Ну, там, 2-3 минуты. Мне это очень не нравилось. И на следующее мероприятие я уже взял в руки видеокамеру и начал снимать. Первое видео я снял 8 сентября 2011 года. Это был концерт «Газпрома». Вот. Я не знаю точно название, но это был концерт «Газпрома». И первое видео у меня называлось «Владивосток. Концерт «Газпрома. 2011. Дмитрий Маликов». В этот день, мне так кажется, я снял весь концерт. Видео было, а канала на YouTube не было. Я его не мог создать, у меня почему-то не получалось. А получилось у меня создать канал только 1 декабря 2011 года. Канал назывался Wolf27-2005. И так началась моя история на YouTube. На этом все. С вами был Алексей. Всем спасибо и до новых видео.